Итак, это композиция к саундтреку кинофильму «Платон». Это не песня, это рассказ, поэтому послушайте его. Значит, вас зовут Любовь. Я ведьма. Вопрос трудный, но в принципе решаем. Ресурсы не проблема. Работа? Да нет, это будни. Обыкновенная столичная история, рассказанная, может быть, которая тебе, малышка, лично, может быть, сама писала из таких историй книжку. Провинциальный городишко, зима, зеленая пальтишка, девочка несет домой подмышку. Давай, прыгай, давай! Этот вечер пересекает двор, как обычно, не вдоль, а поперечно. И каждый день вечно один и тот же путь. Как же не уснуть в этом городе, да на таком холоде? Зима все время, один месяц лета, 16 лет кряду, и слушаться маму надо вроде бы, но не пропадать в породиже, да при такой погоде и вроде не уродина. И вот через год уже начинает злиться, что еще через год вокруг все те же самые лица. Среди них нет того единственного принца, с которым смеяться, ругаться, мириться, всем, что есть в жизни, поделиться, жениться, детьми разродиться и в жизни его раствориться, короче, влюбиться, чтоб смысл топиться, стреляться и с крыши разбиться. К тому же местные парни тупо плохо целуются, а лучшая подруга, кстати, не красавица и не умница, а так курица, живет на центральной московской улице со своим принцем в столице. Раз, два, и вот Москва уже свои кольца кружит. В мосту на крыше гараже каждый готов стать мужем. Зима, но и весна, и лето даже на море где-то. И как бы не потерять это настроение, и в мыслях на Порше, да почти на Каене, и вдруг длинное такое невезение. И оказывается, нужны деньги каждый день, тем не менее. Уже не обойтись без мата, сколько для нашего брата стоит обыкновенная съемная московская хата. Извини, подружка, и даже двушка на Калужке. Кастинги не катят, хватит, спасибо, очень красиво. С вами свяжутся модельные агентства, постоянные звонки матери. По специальности везде, где не спросила, кажется, 300 человек на одно рабочее место. И на тот момент с подружками втроем в хрущевке тошно и тесно. В итоге сумки собраны, хоть и уезжать неохота. И вдруг через сон звонок на телефон. Привет, надо встретиться, есть для тебя работа. Звонил он. Алло. И город меняет тон, и даже черные светлеют полосы каждый раз, когда перед его голосом мобильник пишет ей Платон. И истории такие, каждый день телефон, и отыщется в них место вашим Платоном. Время быстро бежит, собираясь в рулоны, и к Платону спешит его личный Платон. Его личный Платон. Его личный Платон. Алло, Ксюша. Девочки,
Здоровья вам, счастья и богатых детей. Я теперь знаю, кто ты. Ты чудовище. Саня, я перезвоню. Глупый человек может посмотреть свой и подумать, что фильм про сутенера. А умный человек подумает, что этот фильм про продавца счастья.